Тамара Никифорова. Вы смотрите репортаж с ежегодной выставки InfoSecurity Russia 2016. Мы стоим около Крокус Экспо, и тут идет страшный дождь, так что пойдемте уже вовнутрь. И вот мы на месте. Не все гости, конечно, еще проснулись и добрались до выставки, но посмотреть уже есть на что. Только на то, чтобы пройти все стенды, посетить всю выставку, пообщаться со старыми друзьями и завести, конечно, новых, вам не хватит и половины дня. Ну а если вы решите послушать интереснейшие доклады с призывными, зазывными названиями, то для вас у меня совсем плохая новость. Половина всего интересного пройдет мимо вас. Традиционно от мероприятия участники ждут возможности встретиться с регуляторами. Их задача здесь отнюдь не ленточки перерезать. В СТЭК, ФСБ, Центробанк и МВД, Минэнерго и Технический комитет 26. Они выступят с докладами, отчитаются о проделанной работе, а также расскажут о новых векторах дальнейшей работы по защите от компьютерных угроз. А в самом сердце выставки находится пресс-рум. Площадка, где в ближайшие дни будут проходить интервью с самыми интересными и звездными персонами отрасли информационной безопасности, но и не только. Ждите эксклюзивных материалов на BIS-ТВ. Последнее полугодие подготовки InfoSecurity ITSEC Russia показывает, что некоторый пессимизм он стал уходить. То есть рынок во многом адаптировался, компании выстроили, по крайней мере, среднесрочные планы. И мы переходим, пожалуй, к обычному режиму, когда, да, многие вещи делаются по-другому. Это время более коммерчески активное, более, я бы сказал, предпринимательски активное, да, но это уже позитивное планирование, это уже выстраивание новых ожиданий, новых каких-то идей, да, и для многих, кстати, из-за рубежа это новый вход на российский рынок, а для многих российских компаний по-прежнему это уникальные возможности, поскольку российский потребитель готов покупать столько российского, сколько наша индустрия сможет произвести. Основой аудитории являются красивые взрослые мужчины в основном, да, одетые в вообще вполне модные пиджаки. Основа – это специалисты двух видов, то есть сама индустрия здесь встречается. Это, пожалуй, самое посещаемое в году мероприятие для индустрии информационной безопасности. Всего мы ждем, как обычно, около 6, может быть, чуть больше тысяч человек. Значит, около половины – это индустрия, и, ну, примерно половина – это заказчики. Заказчики, вот. И надо сказать, что заказчиков российских становится все больше. Я уже говорил, это крайне приятно. Первый день выставки организаторы нарекли днем промышленного сектора. И сегодня речь пойдет о безопасности электростанций, заводов, нет, не пароходов, а летательных аппаратов и военной техники. А завтра нас ожидает день финансового сектора. На большом круглом столе по работе Финсерт соберутся представители Центробанка, БСТМ, МВД и ведущие банковские специалисты. То весь день будут звучать доклады о уже известных и новых методах атак на ДБО. Третий день – вольная программа, но и она будет забита докладами о безопасности виртуальной среды, облачной инфраструктуры, а также извечным вопросом подготовки кадров в информационной безопасности. Кто-то ищет сотрудников уже прямо здесь и сейчас, ну а кто-то смотрит на государственном уровне и пытается сбалансировать систему подготовки и переподготовки кадров. И, конечно, помимо поиска знакомых лиц, зависание на причудливо оформленных стендах, InfoSecurity Russia – это в первую очередь выставка достижений. Здесь вещают о новых разработках, ими манят со стендов и, буквально схватив за пуговицу, говорят об этом в кулуарах. Ну а как здесь себя ощущают специалисты по информационной безопасности? Собственно, те, для кого площадка и была придумана, мы решили об этом спросить прямо у них. InfoSecurity, ну, конечно, это традиционная выставка, которая объединяет в себе основные вот компании интеграторов, коллег, где место, где мы можем еще раз, так сказать, встретиться, обсудить все насущные проблемы, посмотреть на новые решения и, повторюсь, подготовиться к февралю. Наш день завтра. На сегодня я план себе ставил приехать, зарегистрироваться, посмотреть в целом. Ну, а завтра уже потрудиться на полную. Спасибо организаторам, все замечательно.
много интересного. Расставляем приоритеты, что надо сделать в первую очередь, чтобы посетить, чтобы послушать. Спасибо. Мне много всего интересного, на самом деле. Ко многим стендам подошел, буклетик набрал, все почитаю, поизучаю. Я пришел на выставку, а не на конкретный стенд. Хотя, сама же понимаешь, да, что здесь огромное количество стендов, которые я с удовольствием посещу. Security существует уже давно, и с каждым годом интерес к этой выставке все еще не пропадает. Достаточно большое количество людей посещают, и в этом году мы лично как компания решили вот прям массивно выступить. Сам, ты собираешься сходить на какие-нибудь другие стенды и послушать еще кого-нибудь, кроме своих? Уже пробежался по стендам, много знакомых, много интересных компаний, хорошие стенды, интересный материал. Судя по тому, что народу столько, как в метро, очень большой интерес. Много, я лично посмотрел, что здесь много выступающих, много мероприятий. Мне кажется, выставка очень интересна. И мы рады, что мы представляем здесь наши новинки. Со второго дня начинается просто полномерная работа. Когда приходят уже непосредственно специалисты с совершенно конкретными вопросами, своими проблемами. И если первый день он такой скорее выставочный, да, то второй и третий день выставки – это всегда рабочие дни. Поэтому, несмотря на то, о чем я сказал ранее, да, что первый день он такой весь бодрый и всем нам тут здорово, но я также хочу всех призвать. И тех, кто увидит нас еще в ближайшие дни, и тех, кто будет решать в следующем году, приходить или не приходить, обязательно приходите. Не надо ориентироваться только на первый день. Мы все работаем, и мы, и наши коллеги-конкуренты, и наши коллеги-партнеры, мы все работаем все три дня. Поэтому обязательно приходите. Интересно все три дня. А мы прерываем репортаж с выставки InfoSecurity Russia 2016. Я Тамара Никифорова, а вы смотрите Биз ТВ. Спасибо, что были с нами, и до новой, очень скорой встречи. Пока!